Защитник не попадает. Еще раз спасит защитника. Сакре снова. Мухамадулин. Лукоянов на себя эту шайбу поймал. Бурмистров здесь не удерживает. И вновь за ворота. Эдуард Гиматов сейчас в этом большинстве. Можно быстро забить, и это получается 1-0. И вот он, розыгрыш большинства. Салавата. И счет открыт к середине первого периода. Салават 1, Акбарс 0. Да, второе большинство подряд у Салавата Юлаева. И, конечно, при такой атаке и при такой реализации рано или поздно это должно было вылезти